Пока одни выпускники готовятся к пересдаче ЕНТ, другие уже выбирают вуз. В университете Нархоз сегодня прошел день открытых дверей. Мероприятие привлекло внимание сотен желающих получить достойное образование. Многие абитуриенты пришли вместе с родителями, а некоторые приехали из других уголков страны. В университете Нархоз сегодня день открытых дверей. У выпускников есть возможность изнутри побольше узнать о вузе. А коллектив учебного заведения расскажет о действующих программах и о скидках на обучение. Как только двери Нархоза распахнулись, сотни вчерашних школьников поспешили попасть внутрь. В холле их ждали консультанты, готовые сопровождать по кампусу. Многие пришли с родителями и друзьями. Дана Нурлан удачно сдала ЕНТ и планирует стать экономистом. Девушка уверена, Нархоз – именно то место, где она сможет получить лучшее образование. Мне много посоветовали родители, друзья. И, конечно же, я сама начиталась там, в интернете и много смотрела по телевизору рекламы. И хочу сюда поступить. Дружелюбные консультанты рассказывают о возможностях, программах и специальностях. Чтобы сделать экскурсию по кампусу интереснее, университет разделил территорию на несколько развлекательных зон, чтобы будущие студенты могли и отдохнуть. Здесь реально круто, красиво и приятно даже учиться будет здесь. Я уже, наверное, с середины зимы решила, что буду поступать именно сюда. Сегодня Нархоз обучает по более чем 20 специальностям. Студенты могут пройти обучение по программам академической мобильности в лучших учебных заведениях мира. Для удобства учащихся здесь созданы все условия. На территории кампуса есть свой фитнес-центр, футбольный стадион, несколько столовых, бизнес-инкубатор и не только. Цель университета – стать лучшим инновационным вузом Центральной Азии. Также для абитуриентов и студентов предусмотрена широкая программа стимулирования. Те наши студенты, которые здорово учатся или уже закончили школу с высоким результатом ЕНТ, могут получить до 90% в виде грантов университета. В конце экскурсии среди посетителей устроили и мини-турнир по бамперболу. Тем самым через яркие и веселые игры университет намерен привлечь такую же яркую и веселую молодежь. Поэтому тем, кто хочет стать студентом Нархоза, стоит поторопиться. Приемная комиссия начнет свою работу уже в следующий понедельник, 20 июня. Нургали Карабаев, Влад Петров, Информбюро, 31 канал.